Друзья, всем добрый вечер. У нас время 6 часов вечера. Довязала я платьишко. Сейчас вот приедут внучки мои, заберут обновку для своей куколки, уточки, игрушки. Сейчас вот пуговичку мне осталось вот пришить, немножко вот осталось. И все, на этом я закончила. В общем, я сейчас иду мариновать буду рульку к Новому году. Потом прослойку я купила и буду делать фарш на домашнюю колбасу. Делов очень много, все оставляем перед Новым годом, как всегда, на последний день, на последнюю неделю. И уборку, и готовку. Ну, раньше это ничего не сделаешь, раньше не уберешься, потому что все опять потом вот так вот все будет, еще раз придется убираться. Поэтому убираем все всегда на последней неделе. И готовить тоже начинаем. Все, и закупаться тоже начинаем последнюю неделю. Сегодня заехали в магазин. Мама дорогая, что творится? Сколько народу? Все набирают вот этими большущими тележками. Что там можно есть на Новый год? Я не знаю, столько много всего. Ой, мы с Валерой в два магазина зашли и вышли с пустой корзинкой. Ничего мы не купили, посмотрели, какие очереди на кассе. И все, и решили, что мы ничего брать не будем. Приедут дети, все купят. Мы так сказали. В общем, у нас вся надежда на детей. Едут дети у меня с Питера. Вот. Но это я так шучу. Конечно, мы тоже будем все готовить и все покупать. Но как бы я так уже шуткой, на шутку все это перевожу. Ну все, в общем, довязываю, дошиваю и иду на кухню. Они и так приезжают у меня, мы не тратимся. Все они у меня сами покупают. Мы вообще ничего не покупаем. Мы все тащим с погреба, что у нас есть. А они с магазина то, чего нету. Ну вот, так у нас все, в принципе, и получается. Вся надежда на детей в старости. Ну, оно так и должно быть. Я так считаю, так должно и быть. Родители должны надеяться на своих детей в старости. А иначе зачем я прожила свою жизнь? Напрасно, что ли? Нет, конечно. Я же вложила в них всю душу, все воспитание, весь патриотизм к родителям, к родине, к матери, к отцу. Ну, все, вот видите, так получилось у меня. Ладненько. Вроде как и ничего. Я думаю, понравится моей Лерочке, моей внучке такое вот платьишко. Все, иду на кухню. Я здесь уже натерла чеснок, приготовила смесь, перец, все-все там у меня, паприка, приправки разные, травки. И вот, видите, уже одну косточку я вытащила. И так хорошо-хорошо отобью. Все отбила, теперь хорошо натираю чесноком. Ну, вы, наверное, все так делаете. Чесночком и теперь уже смесью остренькой сверху. Хорошо-хорошо, прям каждый сантиметр натереть надо. Чем лучше натрем, здесь соль, перец, паприка. Ну, так прям смачненько все хорошо натираю. И сейчас все скрутим. Скручиваем прям хорошо-хорошо, насколько это возможно. И ниточкой сейчас обмотаю. Все, обмотала я ниточкой. И в целлофановый пакетик на сутки в холодильник. А это я сделала прослоечку. Точно так же натерла чесноком и смесью острой. Тоже на сутки в холодильник. Это у меня еще одна рулька. Да, я две купила рульки. Сейчас тоже ее разделаю и тоже так же натру. Вот и эту рульку я все сделала. Все готово у меня. Это борщ отличный получится. А ребрышки, супчик вкусный, картофельный тоже получается. В общем, безотходное производство у нас тут. Все, начинаю на уборку в кухне. Еще у меня там кусок мяса. Осталось перекрутить
на домашнюю колбасу, и все на этом. Намазка осталась. Ну, ей ничего не будет. Сейчас мы сложим ее в баночку. Пусть до следующего раза стоит у нас. Мясо я нарезала кусками. Чеснока начистила. Прокручу сейчас. Добавлю перец, соль. И нитритную соль еще добавлю. Все, сейчас перекручу. И на сутки тоже пусть маринуется мясо. Продолжаю снимать на второй день видео. У меня все замариновалось. Вот. Видите, какое красивое сало, прослоечка. Сейчас я поставлю это все в духовку и розничек заверну в этот пищевую пленку. И вот воду уже поставила. Ну, а рульку вариться будет, наверное, так, часа два. А сало минут 40 или час. Ну, по мере готовности, в общем. Рульку я опустила. Ничего присаливать не буду, потому что в пищевой пленке. А просто придавлю крышкой, чтобы не всплывало. Вот так. Ой, булькнула. Так, все. И вот так вот. Пусть потихеньку, потихеньку пусть булькает. Так, рулька, значит, у меня закипает. Пусть варится. А я сейчас займусь колбасой. Здесь я на Валберсе выписала натуральную оболочку 5 метров, 40-42 миллиметра шириной, по 204 рубля. Вот. Сейчас буду делать колбасу домашнюю еще. Кому интересно, у меня есть на канале видео, как я делала домашнюю колбасу, поэтому если хотите посмотреть полностью от начала и до конца. Я вот здесь вот оставлю вам ссылочку. Мяско у меня на колбасу здесь замариновалось. Я сейчас еще купила здесь горчицу сухую. И хочу добавить сюда. Здесь у меня специи всякие. Черный перец, чеснок, нитритная соль, обычная соль. И вот сейчас добавлю еще горчичку. Так. Я мыть ее не буду. Вот так вот. Я думаю, будет вкусно. Как вы думаете? Горчичка, она же все равно там придает аромат. И будет хрустеть, попадаться на язык, на зубы. Мне кажется, такое будет приятное послевкусие. Много не надо, чтобы не переборщить. Вот так вот хватит. Все, сейчас поставлю на мясорубку это специальный наконечник и будем делать колбаску. Одела я насадку, сейчас растительным маслом смажу, чтобы легко одевалась эта оболочка. Здесь вот завязать надо. Можно этой кишкой завязать. А можно и ниточкой. У меня здесь хвостик большой, завяжу кишкой. Вот, все.
Дальше уж я не буду жужжать машинкой, буду делать сама. Потом в конце покажу, что у меня получилось и сколько. Ну вот я уже, видите, вторую колясочку сделала. Быстро. Кишочки вот эти очень хорошие, советую. До чего хорошие. Я их, правда, пропускаю водой сначала. Все, я сделала. Можно их вот так вот перекручивать. Я их, наверное, сейчас так и перекручу. Так вот раз и крутишь. Вот так вот получается, видите. И здесь перекручиваем. Вот так вот. И здесь можно перекрутить. Вот, все. Все готово у меня. Сейчас отварю, остынут и потом обжарю. У меня дети бегают, там шумят. Девчонки. Вот это слабо набило. Сейчас я вот перекрутками ее немножко и сожму. Все. Раньше свиней держали в деревне. Всегда перед Новым годом делали родители домашнюю колбасу. Ой, какая вкуснятина. Это ж вообще ни с чем не сравнимо. Прокалываем зубочисткой. Спускаем воздух. Рулька у меня уже все сварилась. Я ее буду выключать и остужать. А потом в холодильник. Уже пусть под прессом. Курочка, петушок, то есть, на холодец у меня здесь вымокает. Я поставлю скоро вариться. И холодец. Конвейер у меня здесь, мясное производство. Вода закипела, подсаливаю чуть-чуть. И опускаю колбаску. Буду по одной вот такой вот штучке опускать. Вот так вот. Пока так. Это сварится. Потом следующую. Все буду варить, пока мясо не побелеет. Первая партия колбаски у меня сварилась. Я ее вытаскиваем. Сейчас покажу, какая она у меня побелела. И потом, когда остынет, я еще буду ее обжаривать. Ребята, добрый вечер! Добрый день! Добрый вечер. У меня девчонки вон сидят. Добрый вечер! Ужинают. О, какая красивая. Девчонки, будете колбаску? Нет. Не хотите? Вкусная, домашняя. Вы так и не пробовали ни разочку. Не будете? Дети приучены к магазинной колбасе. Ну, а мы будем. Вероник, иди туда, я посмотрю, что там. Вторую партию запускаю. Сейчас у меня сидят две лохматушечки. Вероника меня расплела. Расплетушечки. Все, отварила я свою колбаску, пусть остывает, а завтра я ее буду обжаривать на растительном масле, потому что сейчас ее обжаривать нельзя, она сырая, с водичкой, и будет брызги идти на сковородке. Грудинка тоже наша обжарилась, зарумянилась, сейчас покажу, вот такая вот получилась. С двух сторон я ее переворачивала, с этой стороны, и с этой стороны, вот видите. Сейчас разрежу, посмотрим. Если белое мясо внутри, то готово. Так, сейчас режем. Кусочек вот этот. Ну да. Все готово, видите. Ой, упало. Ну вот так получилось. Все готово. Грудинка наша приготовилась. И все, все, слава богу, получилось. Ну, а в следующем видео покажу вам в разрезе, как что получилось. Ну, все, на этом я буду заканчивать свое видео. Всех вас с предновогодним настроением, с наступающим Новым годом. Всем пока-пока. До свидания.